показано, как он крест дает. Это очень нужная вещь. В хозяйстве обязательно. Но я не буду покупать, потому что у меня уже почти все работы закончились. Это вот галимый китайский набор. 32 предмета за 9,88. Но, в принципе, как вот, к примеру, я молоток искал, он там десятку стоит, то-то-то. Если все это по отдельности брать, конечно, сумма будет большая. Так, просто если вы, ну, не строитель, а чтобы дома были какие-то инструменты, там, знаете, картину повесить, розетку починить, то чуть десятку отдал и не паришься. Непонятна цена вот на этот Milwaukee, вот. Так, дальше у нас здесь имеется дрель деволтовская с 1,3 батареи, короче, $99. Не особо-то и круто. Вот девольтовские биты, но я вам говорю, такие плохие. Я такие больше брать не буду, у меня уже были такие. То есть здесь они, надо черные брать. Вот эти серые, они быстро убиваются. Вот. У меня был набор, но не такой точно, но похожий. Вот. Короче, так, набор сверла, деволта тоже не особо хороший, тоже 9,97. Теперь импакт за 99, вот такой вот бесщеточный. И та, кстати, тоже бесщеточная. То есть можно этот, тот взять, но здесь слабенькие батареи, потому они и по 99. Короче, вот такой ящик я вчера себе купил. Вообще это не супер цена, потому что, ну, я имею в виду, не так уж и дешево. Потому что они... блин, эту кто-то оторвал. Они, я их видел и на другой распродаже по такой же цене, но с учетом того, что я такой же деволтовский брал за 15, за 20-ку, взять Milwaukee, мне он просто нужен для специфической функции, поэтому я взял. Вот, и ящик неплохой. То есть, видите, вот здесь вот эта система. Короче, здесь маленькие есть коробки, и есть вот тут вот снизу большие, вот два больших коробка. Ну, эти типа, как они, такие вот там вкладыши. То, я думаю, что неплохой. Он герметичный, то есть, видите, черная прокладка там идет. В общем, я его уже вчера купил, еще не рассматривал, но не жалею о покупке, то есть нравится мне это. Короче, измеритель давления в шинах от любимой фирмы Husky, вот, с батарейками. Но мне это не надо, у меня встроенный сенсор, который сразу показывает, если шины надо подкачать. Вот, и ни разу как бы не было нужды их подкачивать. Вот, это кто-то тоже тут положил, но он отношения к делу не имеет. Но хорошие наборы, не супер, но покатят. Так, но тоже не знаю про них ничего, потому что это не с распродажи, они сюда не относятся. Короче, шланг для компрессоров, перчатки с натуральной кожи, но то же самое, ничего особенного. Короче, я вчера вот такой набор себе взял. А, нет, не этот. Ну, короче, есть вот такие наборы, они все по 9,97. Вот такой набор, он тоже 9,97. Здесь прикольная отвертка какая-то, хитрая, короче, видите? Короче, понимаете, о чем. Я не буду тоже вам пудрить мозги, я вот такой набор взял. То есть тут разводной ключ и перекидной ключ, и вот такие вот щипцы. То есть мне это все надо, часто используется, но у меня оно вообще такое... Галимое, все китайское, кое-как работает. Короче, 9,97, пожизненная гарантия. Вот я вчера купил вот это и вот то. Вот, а сегодня, короче, получается, куплю ножи. Ну, короче, фонари Husky. Вот за пятнашку, в принципе, неплохой фонарь. Вот кто-то его здесь разодрал. Вот, вот такой вот. Сейчас. Вот. То есть, видите, он с подставкой, то есть вот туда она открывается, все обрезиненное, на батарейках. То есть вот эта тема мне понравилась, но не буду покупать, потому что это батарейки надо, короче, и не уверен, что оно мне нужно. Короче, набор рулеток Milwaukee неплохой, очень неплохой набор, 25-футовых за $24. Набор отверток за... 19,97 получается. Здесь их 8 отверток. Вот. Потом набор ножей 14,88. Я не знаю, может быть, мне вместо деволтовских лучше Milwaukee взять. Сейчас я подумаю. Разница в цене небольшая. Ну, блин, а что лучше? Вот как думаете?
Здесь идет еще 50 лезвий, а там лезвия не идут, а разница, это стоит 15, грубо говоря, за два ножа. Здесь еще прикольный кейс для лезвий. Короче, возьму я, наверное, милвоковский, потому что вот те какие-то они... Ой, здесь обе с клипсами. Короче, ладно, деволт не буду брать. Я вам говорил, ручные инструменты мне больше нравятся вообще у Милвоки. Но деволт тоже неплохо. Но, видите, лезвие потом придется покупать, это уйдут деньги. А здесь как бы уже лезвие будет на всю жизнь. И плюс ножи. По сути дела, я особо, видите, у них разницы не вижу. Функции, я имею в виду, одни и те же по ходу. Одноручное открывание, здесь то же самое одноручное открывание. Встроенное хранилище для лезвий. Я не знаю, в этих есть или нет, но здесь есть кейс отдельный с лезвиями. Это тоже, в принципе, неплохо. Ну ладно, это самое. Куплю такие. Просто для экспириенса, вот. Хотя деволтовские мне тоже нравятся, но разница $2 в цене, а здесь еще дают эти самые лезвия. Вот. И сколько, кстати, там оригинальная? Здесь говорят 28. Сейчас посмотрю на эту. Так, а здесь 21. Ну, тогда да, Milwaukee выгоднее получается. Потому что они ровно в два раза дешевле. Ну и, короче, здесь вот эти вот все инструменты, которые мы до этого видели. Там вот эти хаски, разные наборы для механиков. Есть здесь и черные, и белые, вот. И вот в таком виде, и в таком. Потом здесь хаскивские тоже перчатки всяких разных видов. Ну, то же самое, видите, они стоят. А, ну это за три пары двадцатка. В принципе, за три пары неплохо. Ну, вот те Milwaukee мне понравились, но я купил другие Milwaukee, вот. Я вам их не показывал, потому что в этом магазине их нету. Я в другом магазине покупал. Тоже Home Depot, но в другом городе. Заходил и там случайно увидел тоже на акции. За 9,97 Milwaukee перчатки купил. Короче, блутусовская колонка за двадцатку. Наборы ножниц китайских за пятерку. Это все фигня. Те же самые Stanley. Короче, вот такой вот кейс, типа как от неизвестного бренда. А, хаски это тоже. Почему они просто там не пишут, что это хаски? Но мне он не особо понравился. То есть рукоятка здесь, да, идет с алюминия. Вот эти вот защелки на алюминии. Но все остальное фигня. То есть, видите, прокладки здесь нету. То есть он не герметичный. Цена. Ну, то есть лучше доплатить пятерку и взять как бы этот самый Milwaukee, который я и взял. Вот, а этот... Ну, как вариант, но я бы не брал. Вот. Короче, этот набор Bosch, который постоянно продается, неплохой набор, но если кому-то нужен, потому что, видите, здесь их очень много, этих перьевых сверл. Вот это вот тоже неплохое предложение. Вот смотрите, Empire, сделанное в США. Два угольника алюминиевых. Ну, когда мне были нужны, когда я их искал везде, их нифига в продаже не было. Сейчас, когда... Они мне особо не нужны, они появились, вот. Ну, блин, я бы купил, вот я вам честно говорю. Может и взять их, не знаю, сейчас подумаю еще. Так, я пойду просто смотреть клей, по пути посмотрю, сколько они по одному продаются. Если выгода, если 1,8 стоит, то почему бы... А, ну, он, наверное, 8 и стоит, потому что вот, 16 за 2, а так за десятку. Блин, я бы взял, это очень классная вещь. Вот, такой стол у меня уже есть, по такой же цене я брал 69 на акции. Ну и, в общем-то, это, друзья, и все. Короче, там какие-то еще небольшие предложения вот там по Milwaukee, по DeWalt есть, но просто не хочу долгое видео делать, поэтому я думаю, что... А, блин, сейчас, забыл, я же вам хотел инструменты показать. Короче, ну, это уже не к акции не относится. А это просто инструменты. То есть, вот смотрите,